Доброго времени суток. Всем привет. Добро пожаловать обратно в Сталкер. Зов Припяти. СГМ мод 2.2. Продолжаем бежать к базе, сдавать задания. Набрались мы всякого барахла. Сейчас попробуем это тоже сбагрить торговцу. По-моему, там у нас много мусора всякого. О, это вообще мы тащим зря. Не знаю, что он у нас покупает. Ух ты, у нас сколько набралось тут этих медведей, да? Еще три детектора. Хорошо, наверное, они продаются. Бежим, бежим. Принимаем бутыльку. Банку для разгона. Так, 5 музон играет тут у нас. Ой, не сюда, сюда. Сюда, не сюда. Утро у нас уже раннее. 5 утра, отлично. Сейчас мы сдадим весь хлам. Становимся сюда, потому что мимо проходящий нас опять затолкает куда-то. Так, патрошки все разряжаем, потому что стволы они могут не покупать, а вот патрошки они купят. Ну, не все патрошки, но хоть часть. Так, это у нас автомат. Это у нас нехороший автомат, да? Нет, это у нас такой же самый, как вот этот, да? АКМ. АКМ у нас, да, идентичный. Но мы продаем его. Или мы можем перецепить на него все. Да, он по состоянию более-менее такой. Давайте все отцепим с этого. И уберем в рюкзак. А этот мы все прицепим. Мужик, все. Здесь места тихие, так что не шуми и прячь ствол. Да-да-да, этот мы продадим, попробуем, да? Два с половиной уже деления, наверное, у нас его не купят. Ясненько. Но ремонтника пока что нету на этой локации, я не знаю. Будем постоянно вот так вот. Броня у нас уже совсем подёртая, будем бегать, пока не достанем у кого-то. О, глушитель у нас вот этот идет, да? С оружием в поле шариться будешь. Подождите, а? А вот этот, на этот никак, да, все. Она если показывает, что на этот, да, значит на этот. Она помечает, какие патроны и что на что ставится. Ну, глушитель для этого, нам бы эту самую оптику на него, да, другое дело. Ну ладно, пусть глушитель будет. Все, будем продавать, да? Хорошо. Поторгуем. Так, автомат, гранат куча опять. 10 себе оставим, хватит. Вот это яйцо. Вот цена появилась, да, 500. За 500 мы его можем продать. Противогаз можно наш продать. Все равно мы одевать его не будем. Химзащита и пси-защита, конечно, хорошая. Давайте оставим пока что. Химзащита, пси-защита у этого. То же самое, только у него еще прибор ночного видения. Да, давайте этот продадим. С тем будем бегать, если что. Так, все пистолеты продаем. И подствольника у нас два есть. Этот продаем. Это что? Для 9.19, да, для пистолета. Да, больше ни на что он не идет. Так, медведи. По 300 каждый. Продаем. Вот эти у нас опять барвинок появился. Чуть-чуть скинем. Так, это все для пистолетов, да? Тоже продаем. Не нужны. Патроны 9.18. Эти оставим. Эти продаем. Эти продаем. Так. Давайте начнем бинты продавать, потому что у нас уже набираются синие, а красных у нас перебор.
Так, батарейки купить. Батарейки эти за 400. Это что? 240 секунд, а вот эти по 120, да? И они... Почем они? По 300. Ого. Ого. По 200 хотя бы были. Вот эти выгоднее покупать, конечно. Ну, давайте купим, что делать. За 1300 купим на всякий случай. Мало ли где нужно будет какой-нибудь артефакт заметить. Так, все, 85 у нас по весу. Если там в ящике не пропали вещи, мы туда закинем остальное, что у нас есть. Ненужные. Так, продаем на 7389, да? Хорошо, 24 тысячи. И купим еще, может быть, патронов на 2000. Еда у нас есть. Пока что ничего не нужно, да? Консерв много. Хорошо, бывай. Так, вещи у нас остались? Вещи остались. Вроде все наши, да? Ничего не добавилось, ничего не ушло. А вот этот патрон мы уберем. 200 оставим. Вот этот тоже уберем, этот уберем. Это у нас не купили. Подстволов сколько? Нужно, может быть, под стволами начинать пулять. Эти аптечки положим. Пока тратить не будем. Так, эти тоже 10, наверное, оставим. Гранаты пусть будут. Барвинок чуть-чуть. Это уберем. Сейчас по минимуму все. По минимуму оставим. Так, это пусть будет. Этих тоже много не надо. Они токсины выводят, да? Выводят токсины и восстанавливают пси-здоровье. Ну, 3 штучки пусть будет. Так, этот автомат. Его не купили у нас. Покладем. Так, эту гранату тоже лишнюю. Все, 45 у нас веса. Подствольные заряды. Так. Все, наверное. И давайте сдадим задание, сдадим. И посмотрим, что там дальше будет, как разворачиваться события. Так, Медведев, как прошло? Сейф раскусили? Ага. Как по маслу, чисто сработали. Сейф обшарил. Вот что в нем было. Отдаем ему флешку. Он дает... Так, потерян предмет флешка. Получено заряд. Это что? RS-15 с блок-детонатором. Это что, взрывчатка? Психоделина 2. Антибиотик. Специальный бинт, патроны 9.19, 9.18, пистолетные понадавали, патрон 5.45, 5000 денег, получен координат тайника кордон. Вот это удача, вот это успех, браво, видит Бог, скоро кордон будет под нашим контролем. Спасибо за помощь, майор. Примите от меня вот это вознаграждение. Так, блокада, отнести флешку Медведеву, мы выполним, спасибо. Что насчет моего задания? Ваш боец, ведающий информацией о военных, еще не прибыл. Только-только встал на причал. Могу устроить для вас встречу. Буду рад. Так, договаривайтесь. Договаривайтесь о встрече, да? Отлично. Вот координаты места встречи. Можете выходить. Встреча с разведчиком, найти Белоусова. Бывайте. Ясно. Еще координат. Я думал, он здесь появится. Придет сюда, а он еще какие-то координаты указывает. Куда к нему привалить. Очень секретный какой-то у них этот самый. Как его? Разведчик ихний. Информатор. Так, вещи мы положили. Все, что надо, прикупили. И мы можем... Можем пойти теперь... Посветлело у нас, да, в чистом поле. Посветлело, посветлело. Мы можем пойти по этому заданию... А, подождите, сейчас глянем, глянем. Вот, да, мы должны... О, вот он где. За АТП вот здесь вот этот самый туннель. Туннель. Это гиблое место во всяких дополнениях и всяких модах. Там постоянно какая-то катавасия творится. Помню, смотрел я видео у кого-то про этот...
то ли тень Чернобыля с модом выходил там. Как же он назывался этот мод? Мод, как же назывался на... Тоже солянка какая-то, солянка была народная, как-то она называлась. То там вообще полчища этих самых кровососов там были, потом эти зомби всякие, там армия целая выходила оттуда. Это было ужасно, конечно. Там люди играли, это было все. Так, вот я хотел посмотреть, что у нас с хабарами. Вот тут у нас хабар Тамерлана. Информация с флешки отсутствует. Можно взять. Потом хабар, это что? Магомета. Вот это булавы. А еще какой-то был. А, вот он. Да, вот. Вот он здесь. Хабар рогача. Вот эти четыре у нас хабара мы получили. А почему? За задание дают нам хабары, написано хабар на кордоне, а они не появляются. Или это хабары вот эти, которые мы так и так получили по флешкам? Почему-то за задание нам давали. А, вот это. Почему она у меня отключена? Вот она, вот, нам два дали тайника. Вот один тайник и второй тайник. Два тайника нам дали за задание, я помню. Было такое написано в списке, а я смотрю, нету их. Так, давайте пробежимся вот хотя бы сюда. Где он там? Вот так, это он в этой пещере, где мы с болот приходили, да? В этом самом, в чистом небе мы приходили отсюда с болот. Давайте пробежим, сейчас я сохранюсь. И пробежимся, заберем. Ой-ой-ой, тут что, фонит? Тут что, фонит? Камни фонят. Тут вроде в чистом небе, по-моему, тоже фонило. Фонило не по-детски. Так, он что, вот здесь вот наверху? О! Это что такое? Ой, какой фон! Потрошки. Этого не обыскать. Это монолитовец лежит, что ли? Ой-ой-ой, как фонит тут. Как фонит. Так, оно. Оно что, внутри? Тут аномалии еще. Вот он. О, забираем. Там ничего нету. Бежим, бежим отсюда. Бежим, бежим, бежим. О. Ой, цепанули мы, да? Цепанули, но что-то организм справляется, справляется организм. Что-то она пыталась там по рисочке отбирать. О, еще солдаты. А, ну это, наверное, они здесь и были уже. Аптечка. Ай-яй-яй-яй, как закладывает тут солидно. Ящики. Я думаю, что в этих ящиках что-то есть. Раз тут дико фонит. Хотя, может быть, и обманка. Выброс найти укрытие. Связь потеряна. А, отлично. Отлично, связь потеряна. Надо бежать на базу. Хотя на базу зачем бежать? Мы же спрятаться там не можем. Нам нужно препарат применить. Так что пойдем к связному. Нам все равно. Мы в тельняшке. Да, нам даже эти самые выбросы не страшны. Мы идем себе. И гуляем. Ну, как и все сталкеры. Никто не прячется никуда. Все идут по своим делам. Ай, красота. Хоть за этим самым, за выбросом понаблюдаем. Как красиво. Красиво, красиво. Там какая-то палатка стояла, тоже я видел. Вот здесь, да? Вроде не было такой. Может, что есть? Кирпичи. Палатка на двоих. Ясненько. Ну, давайте примем как раз у палатки препарат. Примем препарат.
А один препарат мы нашли, по-моему, да? Нашли, у нас было, по-моему, два. Или даже один. Стало уже три. Ать, мотает, как связь восстановилась, выброс закончился. Хорошо. Продвигаемся дальше. Интересно, нам плохо не станет с этих препаратов. Если мы их будем постоянно принимать. Так, идем мимо АТП. Что-то тут ребята не убрались. Не убрались они отсюда. Продолжают лежать. Видимо, сколько-то часов должно пройти, наверное, игровых. Может быть, я не знаю. Слушаю тебя. Да, слушаю. Как ты там стоишь? Слушаешь ты меня. Так, а вот этот главный, мы же к нему так и не сходили. Ну, привет. Ничего не продали ему. А насчет одного дела. Ладно, забудь, хочу о чем-то спросить. Кто может предложить работу? Понятно, где можно найти артефакты. Артефакты вне аномалии передвигаются. Так... От бывалых сталкеров слышал, что иногда артефакты вне аномалии передвигаются. Бывает, начнет пикать детектор, ты его только достанешь, а уже и нет ничего. Это бродячий артефакт, мимо прошел. Гнаться за ним бесполезно, зона сама решает, кого таким чудом наградить. Хм, прикольно. Это фишка уже мода, наверное. Чем занимаешься сейчас? Мне нужно в одно место проведешь за вознаграждение. Ух ты! Не до того, своих дел хватает. Ха. Это не говорит о том, что некоторые эти самые смогут проводить нас куда-то. Надо проверять диалоги. Расскажи историю. Диалоги можно проверять. Они некоторые могут, наверное, проводить куда-то. 291 рубль у тебя. Наверное, мы что-то тебе уже продавали. 9.18. А, не, все, они дорогие. Что-то они такие дорогие, а? Потрошки. Так, а это что за домик? Что за домик появился? А это не говорит о том, что нашему герою поспать надо? Домик, не? Может быть. Ой, это нехорошо. Я не помню. Тут может быть этот самый эффект от того, что мы не поспим, бывает. Наверное, где-то в инструкции, в советах написано, что нужно спать, да? Оно сейчас зелененькое, а потом что станет? Красненьким? И нас начнет поташнивать, покачивать? Интересно. Так, видим кого-то. Видим кого-то. Ух ты, сколько людей. Куда мы пришли? Почти уже к месту. Давайте возьмем что-нибудь в руки. Ага, мы же поменяли автомат. Нам надо теперь зарядиться заново. Зарядиться. Подствольничек зарядить. Там костерик. Никого нету. Дождь пошел опять. Так, сохранимся на этом месте, когда уже все перезарядили. Нас кто-то видит. Так, ты кто? Бандит? Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Так. Это что? О, 9 человек уже. 9 человек. Бандит. Бандютики, бандютики. Давайте мы попробуем гранатометиком с вами поговорить. Есть такое. Ой, заряжать же надо. Куда ты побежал? Стой. Что-то отлетело от него. Присели, ребята. Ай, перелет.
Перелет, а это бочка с бензином, что ли? Ладно, ноги такие на проволоке. Куда ты, куда ты, куда ты? О, ребята, лутают, ребята, лутают. Во время боя это вообще, это супер сделано, конечно. Ой, фонит. Пацаны, выручайте, пришли. Пришли кого-нибудь, нас обстрелил одиночка на кордоне к востоку от АТП. На... Сейчас жаловаться будут тут. Они так и будут подходить, что ли, к этому тропаку подбирать? Я вот не знаю, стволы, наверное, портятся от того, что я стреляю по ним, а? Стволы-то портятся, наверное. Ай-яй-яй, сейчас посмотрим, наверное, они повреждены все. Если я в кучу туда бил, сколько четверо их осталось... Четверо. Давайте популяем уже так. Он у них, что ли, в этом самом... В заложниках? Наш связной. Я надеюсь, его не зацепил. Кто это? Бандюк? Бандюк. Бандюк. Присел тут. Присел. На тебе гранату. Эх, не успел я в тебя стрельнуть, конечно. Ты что, упал? Не кинул гранату. Гранату не кинул. Не успел вот этот, да? Завалился, вон. Помирает. Ухи просит. Так, ноль. Все, да, завалили всех. Отлично. Сохранимся. Начнем лутать. Подождите, а ноль... А почему мы не видим связного? Встреча с разведчиком, найти Белоусова. Прибыть на место встречи. А, я должен только прибыть? Его что ли здесь нету? Так, что у нас там? О, какой аппарат. Бандит Санек Чапай. Так, хороший аппарат. Берем все. Да, нашему приятелю хочется домой. Хочется поспать. Здесь поспать у них нельзя. Столько матрасов. Нигде преклонить голову невозможно нашему герою. Вон сколько подстволов у нас. Взять все. Так. Ага, патрошки берем. Ага. О, броня разбитая. Броня разбитая. А, и этот тоже разбитый. Мы его под стволом зацепили, наверное, да? Все, его можно выкидывать. Скидывать будем, конечно, приоритетнее. Так, это что, я взрывчатку нашел? А где ее взял? А, мне ждали ее. Вот этот блок с детонатором это и был. Блок детонатором. С блок-детонатором. РС-15 с блок-детонатором. Вот оно это и было. Автомат жалко, этот самый испорченный. Ай-яй-яй, как мы его раздубасили-то, а? Раздубасили. Так, отсоединяем, разряжаем. Все, что можно, набираем. Вот это хороший автомат. Винтовку брать не будем. А этот плохой, наверное, да? Нет, тоже хороший. Тоже продать можно. Отличные стволы. Отличные стволы. Препаратов куча. Там из пещеры никто не выбежит на нас. Что-то мне так стрёмно к этой пещере подходить. Ай, что-то мне такое дернуло. О-о-о! Ну, давай, ножом на ее, давай ножом. Ух ты, зарезал. Кто кого гасит? Кто кого гасит? Кабаниус. Кого он атакует? Кого атакует Кабаниус? О, там кто-то наш. Кто это? Сталкер?
кого он там видит? Кого ты атакуешь, парень? Приятель, что случилось? Кто там? Бандиты, что ли? Красные. Ой, точно. Бандюки, да? Какое яблочко? Отлично, завалили. Ох, вот под стволом стрельнул. Так, а почему у меня включен автоматный очереди? Не переключил, видимо. Ты кто? О, у нас домик уже пожелтел. Встреча с разведчиком, поговори с белоусом. Ты белоус? Эй, куда бежишь? Стой, подожди, мне тут подобрать надо. О, обрезик. Первый раз такой вижу. Под ствол. Первый наш артефакт. Медуза. Знакомая медуза. Берем, пока все там выкинем около этого белоуса. Он побежал к тому месту, видимо. Так, вот аппарат хороший. Франчиспас 12. Так, еще тут. Пацаны, выручайте, нас обстреляли. Обстрелял сталкер. Так, где твой автомат? Еще аппарат. АК-74М. Берем все. Все берем, все берем. Все вкусное у вас. Гранату не успел-то кинуть. Молодец. Фонит, ну как вы сидите тут, ребята? Подождите, где он наш? Белоусов, белоус этот. Бежим, бежим, бежим на этот самый. На стрелку желтую. Так, аккуратно, аккуратно. Тут можно не заметить аномалию. Домик у нас пожелтел. Я думаю, будет плохо. Он на том месте, где нам надо было с ним встретиться, да? Ох, устали мы уже. Больше там никто не выбьет. Трупы уже пропали. Все, мы бы сейчас пришли и не смогли бы облутать никого. Так, сохранимся. Вдруг сейчас опять полезет кто-то. Так, Белоусов. Здравствуйте, майор. Меня все кличат Белоусовым. Будем знакомы. Слышал, вам не безразлична судьба военных на кордоне. Приветствую. Да, именно так. Я мало что знаю об этом, только лишь, что они тянули с собой какой-то неизвестный груз. Не имею представления, что в нем могло содержаться. Рекомендую вам расспросить по этому поводу Ермака, нашего техника. Он лично ремонтировал оружие этим воякам. Оттого должен что-то дознать. Найти Ермака вы сможете на нашем южном блокпосту. У меня все. Новое задание. Развязка. Поговорить с Ермаком. Встреча с разведчиком. Поговорить с Белоусовым. Мы сделали. Так, спасибо за информацию. Мне пора идти. Ага. Хороший. Костюм у тебя хороший. Отлично. Поболтали мы с ним. Так, появился у нас... отыскать Ермака на южном блокпосту. Белоусов сообщил. Этот сталкер знает о военных на кордоне. Тут какие-то военные проходили через кордон и что-то тащили, видимо. Я думал, мы ищем военных, которые на вертолетах летели. И это самое. А тут вон как история-то повернулась. Оказывается, они через кордон проходили каким-то макаром. Какая-то группа была. И сейчас у нас на южном блокпосту... Это этот блокпост и есть, да? Появился Ермак. Он у нас этот самый ремонтник. Сейчас мы сможем что-нибудь отремонтировать. Это очень хорошо. Так, эти у нас нычки все на той стороне. Мы туда пока не пойдем. Вот здесь может быть задание. Здесь будет, может, задание на мосту. Задание. Поэтому мы сейчас туда двигать не будем. По ходу действия. Сейчас мы сходим вот сюда. Под мост. Под мост. Посмотрим, что здесь. Если что-то есть, возьмем и быстренько к Ермаку. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Как фонит. Ужас. Тут, может, ничего и нету. Да, все. Пусто. Мы зря. Зря выросла капуста. Зря пробежались, подхватили очень много радиации. Ай-яй-яй. Ну ладно, если будет травить, выпьем. Препаратика. Препаратик выпьем. Сколько у нас там
перевес. Давайте его повыбрасываем, все, что не нужно. Поразряжаем все. Все потрошки вынимем. Я не знаю, некоторые эти самые сталкеры покупают разбитое наполовину оружие. Поэтому можно что-то с собой взять. Радиация минус 2. Давайте возьмем. Во, она сейчас выведет нам. Все, моментально сняла. Замечательно. Или уже не будем ничего сталкерам продавать. Потому что у нас тут этих самых начальников групп очень мало. А искать их где-то неохота. Взрывчатка. 5 кг весит. Что нам с ней делать? Нам надо было за задание его получить, да и выложить там в ящике. Ладно, все, потопали. Оранжевый домик стал уже. Зеленый, желтый, оранжевый. Следующая стадия будет красный. И мы должны поспать, видимо. Это индикатор сна. Ох, какой звук нехороший, да? Я надеюсь, это не этот самый. Не выброс у нас надвигается. Потому что мы добежать не сможем. Ха, я все забываю, нам бежать до какого-то укрытия. Мы не можем никуда бежать. Здесь нельзя спрятаться на этой карте, на этой локации. Нам только нужно принимать препараты. Препараты мы покупаем у торговца. Ну, так мы будем долго идти. Хорошо. Наверное, мы закончим серию и уже продолжим следующую, когда доберемся до торговца. И продадим все. Я тогда начну серию. Хорошо. Всем пока. Спасибо за внимание. Встретимся в следующей серии. Берегите себя.